Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. А, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Доброе утро, мистер Ю. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Совсем недалеко. 25 градусов. Небо ясное. Thank you.
Удачи вам! Здравствуйте, доктор Ю. Я оператор научного класса Сивилла-495. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Морган, наконец. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Знаю, тесты слегка необычные. Это традиция семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Чудесно. Это... Вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу, у вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Смотрите. Он прячется за креслом. Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган. Пожалуйста, сядьте за стол. Замечательно.
Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите «Старт» на экране. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. О, это сложно. Окей, дальше. Еще немного. Знаете что? Я, наверное, поступил бы так же. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... Это кофе? Тут пусто. Я думал, что... Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года.
наручниками. Смотрите, что подбираете. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Thank you.
Кабал-фантом. Тифон-антрофантазмус. Не останавливайтесь.